Доброго всем времени суток. У нас коротенький обзорчик трикотажа для нашей семьи. То, что мы привезли с Москвы. В Москву мы, повторюсь, ездили по работе за пряжей. Так, что мы там купили? Мы купили девочкам носки на это лето. Мне очень нравится вот такой производитель Justatex. Проверенные, еще на старших детях проверенные. ИП Тепляков. Цена в Москве этих носков чуть больше 20 рублей за одну пару. Единственное, что у реализатора есть условия, нужно купить вот так 10 штук. И тогда вот, будет такая цена на носочки. В розничных магазинах такие носки, вот я видела наподобие в Ашане носки. Они стоят 100 рублей, по-моему. То есть больше, чем в 3 раза. В общем, кто задумывается сейчас об экономии, я вам озвучу цены вот на трикотаж. Потому что знаете, да? Особенно кто, у кого детки и у кого много деток. Трикотаж улетает моментально. Так, для Леры я беру уже производителя вот такого. Российского я пока ей не подыскала. Нет, там есть российские, но они стоят тоже дорого, как бы. Меня пока устраивает вот такой китайский производитель Limax. Они тоже не из дешевых. Я их не видела в продаже ни в Каре, ни в Модисе такого производителя. В Ашане тоже не такие. То, что продают в Ашане, они стоят в Москве где-то 12, ну, может быть, 13 рублей. Эти носки стоят от 50 до 60. То есть там реализаторы разную цену выставляют. Здесь содержится эластан, полиамид и хлопок. Производитель китайский, но у них этикетка на русском языке и без ошибок, что самое главное. Потому что зачастую вот эти вот полулевые или, может, совсем левые китайские производители, которые нам заполоняют все витрины, да, с ошибками пишут. Так, себе я тоже оставила вот такие 3 пары. И взяла себе еще чуть-чуть подороже на 10 рублей, но тот же производитель Limax. А здесь как бы ослабленная резиночка. Она не пережимает щиколотку. Я постоянно в дорогах и стала... Если вот, например, ноги текают, очень удобны такие носочки. Они не пережимают. Так, потом что у нас мужичкам? Значит, у нас идет разграничение. Сергею Витальевичу я беру светлые носки, мальчишкам взрослым темные. У Егора у нас цветные. Так, значит, у папы и у Миши Михаила Сергеевича Justatex, ну, цвет разный, размер разный. Здесь тоже в составе хлопок, полиамид и эластан. Также Justatex и ИП Тепляков. Эти носки у меня проверены годами. Ну, года 3 или 4 точно мы уже пользуемся именно вот такими носочками. Мне нравится. Они и к стирке хорошо, и носятся. То есть не приходится их выбрасывать, например, через какой-то там месяц или два. Они живучие, долгоиграющие. Так, у Никиты вот тоже ему пачку взяли носков. Вот такие Rostex я ему взяла. 31 размер. Это качество похуже немножко, чем Justatex. Но, к сожалению, не было 30... нет у этого производителя 31 размера. Поэтому мне пришлось взять такое. По цене они также стоят. Но по качеству они мне не так нравятся. Так, что еще? Девчонкам во двор гулять я взяла вот такие темные штаны, но с лолками. Они сейчас у меня с велосипедом. Тут песочная у нас строительная куча. Они постоянно грязные. В общем, на этот год я им не буду покупать светлые лосинки. Если гулять они здесь будут. Ну, если куда-то мы в свет будем выходить, то понятно, что что-то другое оденем.
Взяла сразу пачку, там 6 штук. Какие-то они будут на них как капри, а какие-то как брючки по щиколотку. В общем, у нас все уйдет. 6 штук им на лето. И вот таких 4 штуки в упаковке. Так, лосинки по цене, да, и носки не сказала. Эти я говорила, лимаксы. Так, Лерин от 50 до 60 рублей. Эти 60 с копейками. Юста Текс мужские стоят где-то до 30 рублей. Там 27 может быть. Вот такая цена. Это я приблизительно, потому что я не помню. Черные носки тоже примерно такая же цена. Где-то рублей 25 они стоят. Так, лосинки Лол стоят 200 рублей. То есть вот. И футболки Лол мы им взяли. Тоже стоят 200 рублей. За штуку. Тут тоже 4 штуки. В общем, какие-то им посвободнее будут, какие-то так. У дома гулять самое замечательное. Единственное, что мне не нравится в этих дешевых футболках, вот обработка края. Видите, она такая. Вот. Ну, за 200 рублей сойдет. Красивый низ оформлен. Сделан. Сейчас я вот так на стол положу. Вот такая удлиненная спинка у футболочки. Вот полочка. Спинка удлиненная, закругленная. Как сейчас вот еще свитерочки вяжут тоже с такой же спинкой. Посадка у этих футболок очень хорошая. И трикотаж. Он такой, ну, приятный на ощупь. Я бы не сказала, что, как он раньше у нас бабушка говорила, голимая синтетика. Нет, это нормальный трикотажик такой. За 200 рублей самое то. Ну вот все. У нас такая покупочка с Москвы была небольшая. Я ее показываю для того, чтобы озвучить цены на носочки. Если кому-то интересно. Кто-то, может, вот тоже ездит в Москву, да? И качество. То, что вот такие носочки, например, 100% говорю, что носятся. То есть не рвутся буквально там в первый день или там в месяц. Я прошлый год им брала эти носки. Такие же, только размером поменьше. Они у меня все относили. Несколько пар даже были вообще в хорошем состоянии. Вот светленькие. То, что они у меня не одевают, например, на улицу у дома гулять, а куда-то ходят. Они не выносились. Мы их собирали, когда пакет в церковь. Мы их в церковь туда сложили. Кто-то еще может порадуется, поносит. Ну все. Всем хорошего настроения. Нужно бежать в огород. У всех огороды. Всего доброго. До свидания.